Здравствуйте! Сегодня мы с вами сплетем вот такой вот браслет. Он называется французская коса. Для его плетения нам понадобится всего два столбика. Можно использовать станок, рогатку, пальцы, ручки. Сегодня я буду плести на рогатке. Итак, начнем. Берем первую резинку, одеваем на первый столбик, перекручиваем восьмеркой и одеваем на второй столбик. Берем следующую резинку, одеваем на два столбика, не перекручивая, и в последующем все одетые резинки не перекручиваем. Берем следующий цвет, одеваем на два столбика. Нижнюю красную резинку скидываем с внешней стороны в центр. Опускаем, берем следующую резинку, одеваем. Теперь с правого столбика мы снимаем среднюю красную резинку в центр. С левого столбика мы снимаем нижнюю желтую резинку. Берем следующую резинку. Теперь у нас на правом столбике 2 желтых, 1 красная. На левом у нас 2 красных, 1 желтая резинка. С правого столбика мы снимаем нижнюю желтую резинку в середину. С левого столбика мы снимаем среднюю резинку в центр. Опускаем. Берем следующий цвет. Теперь с правого столбика мы снимаем центральную красную, с левого нижнюю красную. Опускаем, берем следующую резинку. Теперь с левого столбика мы снимаем центральную желтую, с правого нижнюю желтую. Берем следующую резинку. Итак, с правого мы снимаем центральную красную, с левого нижнюю красную. Опускаем, берем следующую резинку. С правого мы снимаем нижнюю желтую, с левого среднюю желтую. Берем следующую резинку. С правого мы снимаем среднюю красную, с левого столбика нижнюю красную. Вот вырисовывается у нас уже рисунок. По такой же схеме мы продолжаем плести до нужной нам длины. Я доплела браслет нужной мне длины. Теперь нужно одеть застежку. Для этого нижний ряд с правого столбика снимаем в центр и нижний ряд с левого снимаем в центр. Теперь резиночку с левого столбика мы снимаем на правый столбик.
Берем застежку, продеваем и снимаем столбиком. Вот такой браслет у нас получился. И теперь одеваем, берем две резинки с другой стороны и продеваем через застежку. Вот такой вот замечательный браслет у нас с вами получился. Заходите на наш канал, оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, следите за обновлениями.